Unlock. Без машины. Arena! Shrinking!
Arena shrinking! Кратер. Нам париться нечем, поэтому нормально. Пока что не зачем париться. Кто-то там поджидает, а надо сейчас кое-что понять. Там скопление какое-то, я вот думаю, туда, наверное, будет. Он? Да, почему я не достал до нее? Ладно, все-таки поймали этого крысеныша. Я просто не знал, на чем он. Тоже на десятке был.
Смысла, наверное, не вижу дуэль. Времени мало осталось. Нас, в принципе, все устраивает. Хотя сейчас вот челик может быть. Теория. Поедет, нет? Не поедет. Да ладно. Я думаю, он понимает, что происходит. Потратишь свое время. Что-то непривычно мне на этом АМГ, на Ване АМГ, потому что я, блядь, все деревья на нем ловлю, как пылесос какой-то. Ну это, блядь, на тоненького какого-то еблана. На тоненького еблана, но я ужасно на нем проехал. Крайне ужасно, но ладно. Непривычная машина для меня, по крайней мере. Тем более он у меня спойлер опущенный для скорости. Еще контролить ведь надо машину эту. Ну и можно сказать, что это не победа, это так, хрень какая-то. Лакерство. Потому что если бы я нормально на нем проехал, его бы и близко рядом не было. Так, а где я в прошлый раз появлялся, что-то я вообще не помню. Наверное, здесь. Я просто не помню.
Возможно, здесь же, да. Надо было в другом месте появляться. Ладно, в следующий раз в другом появимся.
Ничего себе. Неплохая подачка в виде трака. На самом деле он, наверное, подходит в те условия, которые есть. Я так понял, охота идет там.
Ёбаный в рот. Раз 200, не пугай меня так. Такими, блядь, переворотами. Надо ехать потихонечку к этому финишам, ну не к финишу, к этому на позиции по-хорошему. Главное не попасть сейчас, если у никого, чтобы время не тратить на гонку. Мне сейчас гонка не нужна, чтобы время не тратить. Он не догонит, ладно, нормально. Просто я не хочу время на нем тратить, надо готовиться к финишу. Более он не успеет, даже если вызовет. А он финиш хочет поменять. Блять, он, возможно, поменяет его. Бля, а он ведь в натуре мог финиш поменять, я это видел. Он реально мог финиш поменять. РС, РС-6 стояла в другую сторону. Это попытка свернуть финиш. Я так-то тоже хочу так сделать как-нибудь, финиш поменять. Но это надо делать, когда в финал попадаешь, плюс-минус. И тачка такая не очень, там, например, Trailcat какой-нибудь. Можно, в принципе, взять, найти РС-ку. Попробовать так же куда-нибудь уехать, я не знаю. Все сюда поехали, а ты куда-нибудь туда поедешь. Вообще может такое быть, да, замена. Так, я все, значит, не буду там больше спавниться. Потому что мы, по-моему, два раза подряд в одном и том же месте спавнились, насколько я помню. Вроде бы. Не уверен, конечно. Банально не помню. Я что-то не заметил чатом. Ну ладно, давай попробуем здесь. В принципе, чего бы не было, хотя бы в сейве будем, если вдруг гонка бы.
Не, ну с мостом, конечно, в прошлой катке получилось ужасно. Блин, я хотел четенько проехать, не получилось. Там у меня на риске вообще не везет. Там, кстати, десятка, походу, стоит в середине. Надеюсь, что нет. Иначе мне Габелла будет или кому-то еще. По-моему, зелень, да? Ну, в принципе, нормально зелень. Не успел видеть, что там. Сорян, братишка. Но я тебя не вызывал, когда ты был первым левелом. Потому что это было бесполезно. Так скажем, проявил уважение, дал шанс нам дропы забрать. И тут уже зарандомило так. Неудачно, что у тебя Макан был. Кстати, в BMW, конечно, это не очень быстрая машина. Но зато с хорошей подвеской. В отличие от BMW, как по мне. Эта машина, конечно, такая, блин, невезучая какая-то. Вроде быстрая. Много нюансов у нее. Сурима поймали, бедного, бля. Как так-то? Бедный Цурим, а? Братишку поймали. Блин, я, наверное, туда поеду. К скоплению, к этому. Конечно, не знаю, может, они что-то там подобрали, но, блин, если даже подобрали, будем, значит, ехать. И еще варианты. Блин, он его заберет сейчас. Нет, не забрал. Нет, не забирайте, братишки. Лучше со мной поехали, блин. Ладно. Вдвоем, вдвоем пытались. Какие-то ебеня заехал из-за них. Блин, я не знаю, за кем ехать, куда. Все что-то, блин, суетятся. Тут непонятно, что делают. То там, то там. Не разорваться. Вот сейчас на этого поеду, и там не будет никого, или еще что. Или они в гонке будут. И так это добегаюсь, и меня потом заберут какие-нибудь девятки. Увы, но это так, скорее всего, будет, если я так буду сейчас кататься. Вот не знаю, за кем лучше ехать. За этим, наверное. Хотя у него там что-то вроде RS7, что ли? Или нет? Я так не успел разглядеть. По-моему, RS-ка, да? Но я думаю, на RS-ку не стоит лезть на этом Поршеке. Мне так кажется. Это будет, наверное, глупо. По-моему, RS-очка была. Седьмая. Чувствую, что RS-очка меня это... напрямую-то там разделает на кусочки. Тут дропы, кстати, появились. Можно, в принципе, бегло глянуть.
Вряд ли тут что-то интересное будет, но в принципе можно прям. Все может быть, в принципе. Ну да, тут шляпа. Блин, если честно, я в херовом положении. Надо что-то делать. Надо ловить этого типочка. Я вот не видел, на чем он. У нас есть какие-то варианты с ним работать? Блин, как будто бы... Ну, в принципе, можем попробовать. Он, видимо, не хочет. Блин, ну... Бегать за ними это себе дороже. Я и так потерял очень много времени, блин, 20 игроков осталось. Мне кажется, у меня и у него дела такие себе, мягко говоря, не очень. Быстренько гляну, что тут. Так, вот этот что у нас за тип? То ли Ланса, то ли Камара, непонятно. Наверное, был бы на Камара гонку дал, хотя нет, что-то быстрое, по-моему, Фера, да, не знаю. Блин, тут вообще непонятно. Вроде хочешь гонку, но не получается, что-то все либо уезжают, либо еще какая-нибудь шляпа. Причем я понимаю, что с каждым разом все хуже и хуже для меня. Наверное, надо дроп искать уже какой-то, походу. Потому что этот Порш... Блин, ненадежный. Блин, ну как, мне кажется, это Габелла для нас. Конечно, попробуем. Слишком мы много времени потратили. Надо бы что-нибудь, наверное, приемлемое было бы какого-нибудь, не знаю, либо 6RS7. Наверное, для данных условий. Ну или семерка какая-нибудь слабенькая. Там какой-нибудь Кайман. Хотя не, наверное, Кайман не очень. Кайен, точнее. Как он там? Дропы лутая, которые заспавнились от зоны. Пытаюсь, по крайней мере, найти что-то повыше. Если не найду, попробую на ходах кому-нибудь закинуть быстрому. На маленькой зоне. Но нам особо-то ничего не дают, чтобы мы могли что-то реализовать. Но я тут не знаю, мне кажется, тут все зеленка, скорее всего. Наверное. Не, ну надо искать. У меня вариантов особо нет. Потом зона маленькая будет. Надо будет пробовать тогда реализовать этот на узкой. Добегался, как говорится. Что я могу сказать? Допрыгался. Либо, кстати, как раз что я хотел, возможно, можем сделать. Взять RS6, потом и финиш поменять. Попробовать, по крайней мере, поменять.
Неужели ни одной машины не будет шестой? Ну, как будто бы вот это еще можно, да, взять? Вообще, наверное, надо запылесосить тут все было. Скорее всего. Чтобы это резнулось что-то поинтереснее. Я, по-моему, уже не успею это сделать. Надо было забирать дропы. Блин, сейчас ничего не отрезается из-за этого. Не, ну может, конечно, что резница один как раз. Ну, по-моему, нет. Бля, что делать? Пробовать в натуре этот финиш поменять или что? Мне желательно RS6 тогда. Не, в натуре я попробую сейчас тогда это сделать. Найти бы RS-очку. Блин, ну это все равно трудно в такой зоне сделать. Но я попробую. Если найду ее. Бля, ну Субару не годится для этих задач. Так, где эту РС-ку найти? Монстр. По-моему, гнилым делом занимаюсь каким-то. По-моему, да. Уже от безысходности пытаемся что-то сделать. Ладно, едем в зону, пока не откисли. Блин, ну это мега, конечно, трэш. Блять, Golf R, хуй его знает. Можно, конечно, на гольфе это попробовать, но он слабенький. О, о, отлично. Пробуем. Бля, какой шанс-то я это сделаю? Бля, куда его везти попробовать? Надо куда-нибудь ее туда, реально, наверх попробовать и вывозить. Ну, блин, все может не получиться, если со мной кто-то поедет. Тут меня вызвали. Ну да, это как бы не знаю, зачем он это делал. Видимо, для морального какого-то давления. Блять, как мне тут выйти-то по-хорошему? Блять, он за мной. Неужели они сейчас это будут руинить? То есть мне не получится ничего сделать. Блять, я надеюсь, что может быть получится. Ну, по-моему, нихуя не получилось. Не, нихуя. Ну, не, ну вроде бы он сместился. Он сместился на самом деле, но, по-моему, все равно мне это не поможет. Не, ну, бля, я так отчаянный какой-то мув решил замутить. Но, по-моему, он изменился. Я, конечно, не уверен. Хотя, не, вроде дефолтный. Не, по-моему, ни хера не получилось. Не-не-не-не-не, ничего не получилось у меня, к сожалению. Может быть, зона неподходящая. Ну, блин, мне что-то вообще в этой сессии не повезло конкретно. Я просто пробегал за типами и ничего не сделал. Блин, вообще не поменялась зона. Обидно даже. Игра за маленький левел, видимо, не собирается пытаться играть. Неуважительно как-то она. С нами. Тупо ФК-катка получилась.
Ну, наверное, зона, наверное, неподходящая, потому что, блин, ну... Тут как-то даже неудобно ее, что ли, менять. Она по дефолту сюда пошла. То есть тут... Я никак не повлиял для них. То есть только сам себе, получается, закопал еще больше. Ну, я на фокусе и так бы четвертый был в любом случае. Ну. Поэтому тут импровизация вот эта была. Импровизация не удалась. К сожалению. Да нет, даже если бы удалась. Не, я бы все равно там ничего не сделал. Тяжело мне выезжать было. С левого направления. Если даже что-то получилось. Вряд ли. Успехи пошли какие-то. Здесь тоже ничего нету. Стопудово тип. Не буду рисковать. Не, конечно, возможно бы и не было, но я не буду. Возможно, есть. Так, чисто взять его, чтобы побыстрее здесь двигаться. В принципе, разгон неплохой так-то. Поехали туда, пацанчиком. Туда, наверное, заскочу еще. А, вы в гонке, да? Окей. Ну то по трассе он, я думаю, выиграет. Молодец, остановился. Но я не стал тормозить, потому что понимаю, что максималки нет. Уезжать, если будем цепляться. Это какой-то Цурим здесь мутит, непонятно. Я не знаю, что он там делал, но да ладно, это его проблема. Пытался поймать кого-то на первом левеле. Гнилое дело. Как и вот этот стол, в принципе.
решили давать эти, да, тачки без максималки. Там аппараты на самом деле такие серьезненькие, да? А мы тут на игрушке ездим какой-то. Да, по-хорошему бы на дорогу съехать. Если где я еду, это ужас. Зона еще огромная какая. Знаю, на кого ехать, поеду на это, а в гонке. О чем интересно? А может быть подождать их? Приедут потом ко мне. Удачно поставился, конечно, под РС-очку-то. Рано съехал, ладно, мне повезло здесь. Вот поторопился он. Thank you.
По-моему, там девяточка едет. Тается. Тут позицию надо держать. Вот они все на высоких. Да, не зря он это сделал, но хотя метро здесь нормальная тема, в принципе, при правильном исполнении. Опасная довольно машинка в этих горах, блин, не горах, а в камнях всяких. Бля, ну пиздец, конечно. Я мне сыпет, конечно, я, как я с этим вообще буду выигрывать-то? Может быть, туда попробовать? Только не знаю, кто это там. И времени мало. Бля, ну у меня вариантов как будто бы нету. Но там десятка, скорее всего. Я не знаю, или бронка там. Не, ну бронка меня, кстати, я думаю, выиграет. Или это фунтик, непонятно. Но я не буду рисковать, не очень понятно. Это то ли фунтик, то ли бронка. Как минимум для меня неприятны эти машины. Но, бля, походу на этом дерьме, да, придется ехать. Бля, ну это не очень приятно, но выхода нету. Да, братишка, тебе-то заебись. А вот мне не очень. А, это фунтик был все-таки. Фантик. Ну, на что я должен рассчитывать на этом траку? Блять, не знаю даже, как его назвать. На этом пятом левле, блять. По-моему, Сентенарио победил. Да, Сентенарио вроде бы.
Блин, может, надо было, наверное, Мурку оставлять, хотя бы шансы были. На этом-то точно шансов нет. Ну, по крайней мере, против данного. Против этого Фольца. И т.д. Особо ты не покатаешься против них. Неважно, камень задел, я не задел, это вообще никак не помогло бы, даже если бы не задел. Но он очень далеко уехал от меня. Так, блин, я хотел в другом месте заспавниться, но... Ладно. У вас что, вы, наверное, проехали? Блин, а была бы группа А, мне кажется, можно было бы и выиграть. Я бы и в тайминг выехал, потому что на этом дерьме я очень долго ехал. Я попытался там за сколько, за 26. Ну, наверное, это да, это слишком мало для него. Надо было за все 30. Я что-то не рассчитал здесь немножечко. Что тут вообще такое мне, да, интересно? О, Бронко. Чё, родной, поехали? Погнали, бро. Уж сорян, сам на меня развернулся. Я уж думал, придется бегать или забивать болт, но он сам. Он сам поехал. Ну, тут вообще ни о чем. Сейчас, кстати, опасно, опасно, опасно. У тебя миник. Давай, миник, погнали. Ехали. Блять, почему не засчитала? Или он ливнул? Блять, он ливнул. Блять, ну как так-то, ё-моё. Ебать, сальтуха пошла. Снова эти кошки-мышки, блядь, опять начались. Ненавижу их. Бегать за кем-то тут. Ну, приходится, да. Грех жаловаться. Цурим, цурим, я вижу тебя, вижу, вижу. Он здесь, здесь стоит, я видел его. Я вижу, вижу его. Блядь, бедный Цурим. Бро, я не могу к тебе пройти. Блядь, ну сорян, бро. Я не хотел. Это смех, конечно. Бля, ну это баги, это, конечно, трэш тоже. Что это такое вообще? Но он мне отомстит за то, за это.
он не будет выходить. И я понимаю его, на самом деле. Поэтому... Ладно, готов принять то, что есть. Потратить время и т.д. Нет, не стал все-таки, ну ладно. Не, ну я был готов, в принципе, проехать. Все-таки это было бы для меня наказание, для катки, чтобы я там время потратил и т.д. Так, а тут что у нас вообще происходит? Какой-то тип едет за мной. Или не за мной. Он за мной, бля. Или передумал. Это Бронко, по-моему. Не хотелось бы, наверное, на Бронко, да? Как-то желания такого, наверное, нет. Там Камара, по-моему, тоже как будто бы желания особого нету. Я думаю, наверное, на этой машине надо куда-то подальше забраться. Подальше от прямых. Все-таки это... Меня сейчас это порешает, скорее всего. Добегаюсь. Куда-нибудь сюда, в леса уехать. По-любому же типы должны быть. 24 игрока все-таки. Я думаю, наверное, найдем кого-нибудь здесь. Наверное. Мне интересно, это кто? Не девятка случайно? Мы знаем, что здесь девятка есть в сессии. Но это не похоже, конечно. Не похоже, почему? Потому что девятка бы, наверное, агрилась. Но я, скорее всего, продую, потому что машина медленная. Ну да. Хотя тут это пирамиды. Но там, к сожалению, в пирамидах финиш неудачный. Я, было бы за, можно было бы еще повыиграть. Эх, ладно. Вот этот, блядь, ёбаный зеленый, а? Ненавижу эту машину. Была бы Бронко лучше. Хотя бы поманевреннее, пошустрее. Ну ладно, еще можно тогда проехать, раз так быстро закончили. Неудачно, так скажем. Куда бы вообще появиться-то, я вообще не знаю. Ну, можно здесь, конечно, на отшибе. Попробовать. Какой же он медленный, этот зеленый, это жесть. Даже не учитывая прыжки, до этого он вообще не ехал. Конечно, побыстрее Каена. Но Каен тоже ужасен. Мы ни с чем здесь. Блин, вот здесь... Просто много дропа. Почему и хочется идти. Банально из-за того, что там три точки спауна.
По крайней мере, шанс того, что одна хотя бы будет. Лучше, чем ничего. Ну и конкуренция, конечно, тоже там есть. Сразу могут дать гоночку. Походу, тут ничего нету. Получается, прямо едем. И можно, конечно, туда сгонять, но я почему-то хочу прямо поехать. Вот на эту штучку я хочу сгонять. Вот. На тот дропит мне нет желания ехать. А вот на этот хочется сгонять. Ну, в принципе, нормально, окей. Или тоже. Или его забрали. Не понял, или это так быстро ехал. Ну да, похоже. Вроде не так быстро ехал. Вот этот бы глянуть еще. Что у нас здесь, зелень? Нет, это не зелень. Блин, ну сорян, дружище, я, блядь, ты сам поехал за мной, я не пытался, блядь. Умышленно пока не пытался. Хотел дроп забрать. Придется через лес ехать. Не придется. Я веду не чисто через лес, через этот кустарник. Бля, вот этот тип меня как-то интересует. Вот этот дядя меня прям интересует. Не знаю на чем, но интересует. Хотел бы с ним это поговорить. Бля, эти пирамиды эти. Можно рискнуть. Выхода нет, придется. Тут еще одни. А, не, нормально. Показалось, что еще там какой-то подвох. Топ-кран резкий. Блять. Как не хочется вот на этом, а, господи. Да, блять, тот отсур у меня разъебет. Такое ощущение. Надо к противнику аккуратно.
хочет. Но мне надо тоже осторожным быть. По-моему, это Порш. Знаю эту, блядь, разгон. Честно говоря, опасненько, опасненько. Но он готов тоже. Ладно, не буду рисковать. Все-таки у нас машина слабенькая, на самом деле. Как бы странно это ни казалось. Не хочется. Надо прям найти противника, наверное, как-то постараться. Который прям понадежнее, чтобы было. Не, Вольво, кстати, нормальный. Это, наверное, лучший противник, который мог для меня попасться. И то Вольво нормально едет. Не стоит ее недооценивать. Вот здесь она, конечно, замедлится. Блядь, да ну нахуй. Вот что это за машина, пиздец, блядь. Я нахуй. Это из-за того, что он там тоже зацепил. Но это все равно трэш полнейший. Мне просто интересно, что там за клиенты, которые ныгаются где-то там. Это те, кто на высоком хотят засейвить тачку или наоборот?
Неужели это высоким, типа, левел будет микаться? Не, все может быть, конечно. Нас уже ждут здесь. Он забирать хочет. Надо валить от него. Ладно, я сам не стал отвлекаться на вызов, потому что это деревьев много. Старался на концентрации быть. Угу. Но он там ждет. Сейчас он этих, скажите, будет ловить. Ну, в трущобах не буду рисковать. Больно сильно от рандома зависит. По-моему, так. Нет смысла ехать в гонку. Так, надо тогда подготовиться, что ли. К выезду, да? По-моему, город. Да, город. Бля, это в смысле? Куда я поехал по виду? Надо было в другом месте заезжать.
Ну ладно. Не получилось тут нормально отыграть. Что есть, то есть.